каждую смену собирались дети, пионеры. И вон у костров, наверное, играли. Развлекались, бегали, участвовали в мероприятиях. Чего вы с такими грустными лицами сидите? Там пионеры играли раньше в футбол. Развлекались, бегали. А вы сидите с их телефон. Вон, посмотрите. Фотографии висят. Еще на черно-белой камере были сделаны. И все это происходило еще давно. Где-то в 70-х годах. Да нет. На 20 лет раньше. Что? Надо говорить правду. А зачем говорить правду? По-другому нельзя, иначе беда настигает. Так нет, наоборот. Тех, кто с плеча правду рубит, того... того. И что? Ты всю правду мира знаешь? И о нас. Обо всех. И обо мне. Зачем ты душила младшего брата подушкой? Я? Да нет, да он сам. Он сам съел твой тональный крем. Больше он ни в чем не виноват. Но он же остался жив. Юху, да русалка-то наша жжет. Чё, реально братишку душила? Грязные твои деньги. Чего? Какие деньги? Ты складываешь кусочки смерти в трубы, а злые люди тебе за это платят. А, так это один раз был и все. Много раз. Ой, знаешь, да пошла ты. Она знает. И ты многое знаешь. Павел Михайлович, учитель истории. Где он сейчас? В тюрьме. Где же ему еще быть? Не оценил твоей красоты учитель. Не подался на твои взгляды томные. А ты отомстить решила. Разорвала на себе футболку и сказала, что это учитель. Это не я, это он. Правда? Да, 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 конечно. У тебя хлоп и все неправда. Эй, ты чё? Зачем? Чего зачем-то? Не трожь меня. Выворачивай карман. Ага, сейчас. Выворачивай. И что за правда у него в кармане? Другой карман. Зачем? Отдай. Отдай. Воды, воды, воды. У нас все хорошо. А у твоего попугайчика? А кешка улетел. И кто же его выпустил? Да он сам улетел. Сам бы он форточку открыть не смог. Отсюда. Правда, это зло. Проваливай! Такая правда нам не нужна. Мы тебя ненавидим.